свободное время, а особенно выходные, я стараюсь отдыхать на свежем воздухе. Летом с друзьями мы катаемся на велосипедах на острове Татышев, а зимой на горных лыжах. А любимое занятие в любое время года – это походы в заповедник Столбы. Покупаем орехи, чтобы потом белочек покормить. Это то, что нас объединяет. В таких прогулках мы рассказываем друг другу новости, фотографируемся и пьем чай. Стараюсь поддерживать проекты телеканала «Енисей». Слежу за ними в эфире, они всегда добрые и позитивные. И когда этой осенью ребята из велопробега ходили на столбы, смотрела с удовольствием все сюжеты. Мы с Натальей часто ходим на столбы. Это огромная возможность полюбоваться нашими сибирскими красотами и поболтать о наших женских секретах. Для моей семьи и друзей, так же, как и для тысяч жителей края, поход в это уникальное место – это уже целая культура и сложившаяся традиция. Столбы – настоящая гордость Красноярского края и любимое место всех моих друзей.